Ты должен научиться использовать все свои органы чувств, и тогда препятствие станет преимуществом. Есть 5 обычных чувств. Зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Самурай умеет использовать все 5 чувств. И тогда у него появляется 6-е чувство. И он понимает, что случится, когда это случается. Он видит все глазами разума. Подходим, не сопротивляйтесь, вправо.